Икона Божией Матери «Неувядаемый цвет» или «Благоуханный цвет» была создана в XVI-XVII веке на Афоне. Литературной основой образа стали тексты гимна Акафиста, которым Богородица и Иисус Христос сравниваются с неувядаемыми и благоуханными цветами. «Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты», обращается Церковь к Богоматери. Существует много иконографических канонов этого образа. Пресвятая Богородица изображается как по пояс, так и восседающей на престоле. Обязательная деталь — это цветы, которые помещены в вазонах или сплетены в гирлянды, украшают жезлы или являются постаментом, на котором изображены Христос и Богоматерь. Чаще всего Преснодеву Марию изображают с белой лилией, символом чистоты и непорочности. На Русь икону привезли паломники в XVII-XVIII веках. Наиболее известные чудотворные списки этой иконы есть в Москве, Воронеже, Кадыме, что под Рязанью, в Кунгуре. В 2008 году в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» был освящен храм в подмосковном поселке Рублево.